Утренний урок – это место для проявления высшего света. Когда ты приходишь на заправочную станцию и получаешь энергию. Это утренний урок. Ты должен в течение дня собирать всякие потребности в свете, возвращающем к источнику, к высшей силе, к сближению с Творцом, к выяснению и анализу, сформировать картину мира и твое отношение, и мир, который действует на тебя. Ты должен в течение дня видеть эту форму, в которой ты крутишься, насколько она пока непонятна тебе, насколько она пока непонятна, насколько она испорчена. И когда ты приходишь на утренний урок, эта форма должна проясниться благодаря свету, возвращающему к источнику, в чувствах, в мыслях, во всех смыслах. Если у тебя нет подготовки к утренний урок превращается в формальность. Вот здесь зор, вот здесь тес, и тогда это чистый ущерб. Если ты не приходишь с правильным хисароном, ты не получаешь правильного наполнения. Получается премудрость, а не Тора. Торой называется свет, возвращающий к источнику. Учим Тору или учим премудрости. Это ты определяешь по своим намерениям, с потребностью, с которой ты приходишь на урок.